Уже не первый год в подготовке к таким путешествиям принимают участие не только врачи, инженеры и физики. В этих сборах участвуют и астрономы. У них ответственная задача – предсказать солнечную погоду. Прогноз солнечной погоды немыслим без наблюдения за Солнцем, вернее, за пятнами на его поверхности. Эти пятна, определяющие погоду в космосе, иногда достигают огромных размеров. В каждом из них, как орешек в океане, могла бы бесследно исчезнуть вся наша планета. Незримые стены магнитных полей сковывают эти моря плазмы. Оковы крепки, но иногда они рвутся, и тогда в космосе происходит вспышка, равная взрыву миллиона водородных бомб. Осколки этого взрыва, потоки опаснейших излучений, могут встретиться на пути космонавта. Будет или не будет взрыв? Ответ на этот вопрос дает необычная модель. В соответствии с фотографией солнечных пятен, ученые размещают магниты так, чтобы воссоздать картину грозных явлений на Солнце. На торцы магнитов накладывается экран, подается нужное напряжение. Железные опилки делают видимыми силовые линии магнитного поля. Взаимодействие полей подсказывает, произойдет ли хромосферная вспышка. Так модель помогает астрономам предсказывать возникновение космических бурь.